И смех, и грех. Вчера в полночь неподалеку от села Гремячинск водитель автомобиля Toyota Caldina сбил полуголого хмельного пешехода. По словам очевидцев, мужчина на вид около 25 лет азиатской внешности шел по проезжей части в одном нижнем белье. Личность горе-пешехода в настоящий момент не установлена, так как при себе мужчина не имел никаких документов. Пострадавший в результате ДТП получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу.